Правительство России приостановило работу над проектом регулирования продаж государственных регистрационных знаков с красивыми сочетаниями букв и цифр на аукционах. Отметим, что в сентябре 2020 года Министерство экономики России представило в правительство Российской Федерации проект постановления, в котором излагались правила продажи красивых автомобильных номеров через портал госуслуги. В настоящее время организация аукционов по продаже госномеров не рассматривается как приоритетная задача. Продолжает работу по этому вопросу преждевременно, поэтому на официальном сайте госавтоинспекции опубликована приостановлена разработка документов о продаже красивых номеров.